Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Частое разочарование и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. При соответствующем образовании из них получаются тонкие ценители живописи, поэзии, музыки. Обладая богатством, они обязательно будут скупать вещи исторического прошлого. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Лояльность по отношению к окружающим, доброта и щедрость, особенно это проявляется с родственниками и друзьями. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Этим людям можно верить, они верны своему слову. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.